Всем привет! Добро пожаловать в мою оранжерею. Сегодня мое видео будет про калладиум. Я буду пересаживать его в горшочек и составлять грунт. В прошлом видео я показывала один калладиум. Посылочку распаковывала. И смотрите, вот у него, видите, листики уже стали раскручиваться прямо на глазах очень быстро. Но у меня появился еще один дружочек такой маленький, и тоже листик раскручивается. А этот будет белый, с белыми листьями, и такие как будто брызги красные на листьях. Тоже очень эффектное такое, знаете, очень красиво смотрится, декоративно в общем. Конечно же, любит очень светлое место, любит солнце. Но если такие прямые солнечные лучи, то, конечно, лучше притенять. А так, в зимнее время или либо мало вообще солнечного света, то, конечно, лучше досвечивать его лампами. Купила для него я грунт вот такой вот. Ну, фиалка. В общем, почвенный грунт на основе биогумуса. Тут как раз и подходит он и короидным тоже. В общем, калладиуму нужно приготовить рыхлый и очень питательный грунт. То есть я буду сейчас смешивать вот этот грунт с разрыхлителями и добавлю обязательно конский перегной. Тоже это все перемешаю, чтобы грунт такой прям питательный. Калладиумы очень любят кушать. Ну, так как я буду пересаживать пока один калладиум. Вот у него, видите, какие корешочки уже доросли. И корни, они очень-очень хрупкие. И нужно пересаживать очень аккуратно. А вот этот вот калладиум, он, видите, только вот корешочки. Луковочка только стала просыпаться, пошел рост. Вчера не было, сегодня вот появился листочек. Вот когда корешочки дорастут до дна, тогда я его тоже пересажу. А пока он будет у меня здесь расти. А вот этого дружка я перевалю. Приготовила я ему вот такой вот горшочек. Будем наращивать корешочки. Он очень быстро растет и очень быстро покидывает листья, раскручивает. Ну вот, с огуречной грядки я положила перегной. Он уже такой перепревший, то есть он гореть не будет. И он такой, ну, классный, конечно. Я думаю, калладиуму это очень понравится. Тем более я ему еще положу вермикулит. Вермикулит. Все это перемешаю. Чуть-чуть перлита положу. Вот такой вот рыхлый грунт получился. Прям классный. И теперь я буду ложить все в горшочек. Теперь очень-очень аккуратно. Вот так вот. Ну, этот, конечно, пенопласт. Не совсем нравится мне пенопласт, потому что корни прорастают. Вот, представляете, проросли в пенопласт. Придется его оставить, наверное, потому что калладиум не любит, когда ему тревожит корневую. Пусть так и растет теперь. И теперь я его просто присыпаю так поглубже. Я хочу, чтобы наросли большие листья. Ну, здесь поливать буду, когда там оголится. Сейчас. Да, ну, конечно же, я забыла добавить на дно еще удобрение осмокот. Но я его вот так вот посыплю. Оно так вот все перемешается с почвой. И при поливе оно будет туда проникать корешочком. Ну вот, я его поставила на поддон. И сейчас немножко из пульверизатора прям смочу верхний слой грунта.
Сильно поливать его не буду. Ну, второй калладиум я уже говорила, что пересажу попозже в точно такой же субстрат. Но мне прям нравится, такие листочки веселые у него появляются. Конечно, я буду его показывать, снимать видео. Так что подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии обязательно. Увидимся в следующем видео.